Тяжелая, конечно, игра получилась из-за удаления. Ну, мы также играли в свой футбол, старались, знали, что будут моменты. Должны были их использовать. Вот забили один момент и, в принципе, даже десятером играли, я думаю, хорошо. И тоже были моменты во втором тайме много. Ну, достаточно. Могли забить еще, могли выиграть. В любом случае, это, скорее всего, упущенная победа, чем вырванная ничья. Мы спокойно играли, я говорю, ну, тренер то же самое сказал, мы сами настраивались в перерыве, что также выйдем, будем играть в свой футбол, без разницы, на одного у нас футболиста меньше или нет, ну и так и получалось, так сказать. Да ничего, просто стоял вот под Квинси, попросил передачу, он принял и увидел, я лицом был, он скинул, я забил, все.